Привет, привет, подписчики и зрители. Вас приветствует я, Сергей. Вы на моем канале «Всяко разное из Китая». И сегодня у нас вот такой маленький пакетик с сайта AliExpress. Подарочная карта написана, оценена $8. Это, короче, брал я тоже по каким-то скидкам, короче. Вот, шла гонконговской почты, тоже пришла очень быстро, меньше месяца. Так, ну давайте посмотрим. Телефон здесь лежит не зря. О, что это? Подарочек. Прикольно, у меня таких еще не было. Смотрю, многим кладут, а у меня еще такого не было. Вот, все, пакет пуст. Так, значит... Была какая-то там распродажа у нее и флешка microSD, короче. Я взял microSD на 64 гигабайта. Да, стоит у меня в телефоне сейчас 8-гигабайтная, и столкнулся я недавно с такой проблемкой. Был на празднике, там на день рождения детском, и хотел поснимать детей. Короче, после непродолжительной съемки у меня закончилось место на карточке. Вот тогда я задумался, что надо приобретать. И, в общем-то, вот приобрел. По-моему, так она и стоила, где-то $8. То есть, сами понимаете, что за $8, конечно, я сомневаюсь, что здесь может быть 2,64. Тут, короче, Made in Taiwan. 64 гига. Ну вот я для чего взял телефон, чтобы проверить. Сейчас мы его выключим и вставим телефон и проверим, действительно здесь 64 гигабайта или нет. Сейчас он выключится. Ну, не знаю, надеюсь. Надежда умирает последней. Так, все, прожужжал, значит, выключился. Сейчас мы вытащим батареечку. Так, телефон JUG5. Чтоб потом не спрашивали. В комментариях сразу вам скажу, что JUG5. Прекрасный телефон, я очень-очень доволен. Просто вообще. Так, ну включаем. Вот, как видите, у меня стояла самсунговская. Ну. Вот, 8-гиговая стояла. В принципе, думал, что меня это все устроит, но столкнулся, вам говорил, уже с такой проблемкой, что не хватило. Ну, что же у нас здесь? Так, память. Так, доступно 2.3, но это 2.3, это встроено. И сейчас мы посмотрим карточку. Ну да, ребят, смотрите, телефон показывает, что ну, не 64, а 62-48 присутствует. Ну, не знаю, мне, наверное, повезло. Значит, это очень хорошо, но... Сейчас надо ее выключить, вытащить, перекинуть с той флешки все сюда. И 64, я думаю, должно хватить мне с головой. Так, подарочек. Ну, это просто переходничок, сюда microSD. И можно в компьютер или куда-то еще вставлять. Ну, ссылку оставлю все равно на продавца. Посмотрите, может, у него опять будут какие-то там распродажи или акции. Может, тоже что-то получится у вас купить подешевле. Ну все, ребятки, спасибо, что посмотрели этот ролик. Если вы не подписаны, подписывайтесь обязательно. Ссылку под видео оставлю. Всего удачи вам. Пока.